Так, ну что, растормозили прицеп. Короче, спасибо Виталику Спектору. Короче, блядь, водила даже и не знал, где у него, блядь, кнопка, блядь. Да хуй на нее, блядь, у нас тут процесс. Сейчас он, блядь, рвем КамАЗом, блядь. Я ебу, блядь. Не видно! Не, колеса не двигаются ни хера. Да, ты просто его стягиваешь. Стой, надо, блядь, лезть вниз и смотреть на энергонет. Короче, этот, блядь, даже, блядь, прицеп нахуй не можем, блядь, сука, стянуть. Он уже на КамАЗе сцепление воняет, я ебу, блядь. Не, них... Колом стоит! А ну уже... А ну сейчас попробуй! Отойди! Не! Нихуя! Еще ж, блядь, как назло, сука, он, блядь, дерево мешает. Сейчас он манипулятором его, блядь, выкинет нахуй. Нету сосны, чтобы зацепиться, допустим, блядь, упереться. Чтоб лебедкой его подтянуть. КамАЗ уже, блядь, он сцеплением воняет. Дергает, смыкает нашу, блядь, зарывается. Тут, блядь, ну оно на камере не видно, но он по колено понарывал, блядь, в этом песке. Толку, зацепиться не за хуй. Короче, у Ивана уже дым идет, блядь. Ой, блядь. Вот это кинокомедия, блядь. Просто если показать обширно, там, с дрона, блядь, как оно тут, блядь, тут пиздец. Куда оно ехало? Купаться, что ли, блядь, на пруд? Либо хуй его знает. Чудное, блядь. Сейчас он. Зацеп пошел. Ой, блядь, еще и с одним деревом, блядь. Хуй, купаться может, блядь, поехал. А в YouTube будет? Да. Ваня 4310 канал. А, знаешь, да? Да вот это же записываю, блядь. Да. Да тут уже час, блядь, ебемся. Да еле отцепили этот, блядь, прицеп, блядь. А кадра что? На ремонте. Пока на ремонте. Скоро все будет. Суповерта не хватает. Знаешь кого? Кого? Салтовского. А, Салтовского. Я его суповерта, блядь, называю. Ваня, он будешь видео смотреть, тут он подписчики, блядь, тебя узнают. Короче, блядь, процесс. Ладненько, ставлю на паузу. Так, ну что, меняем локации. Сейчас он задышло будет, блядь, тянуть туда-назад. Пошел, пошел чуть-чуть. Там надо сзади чуть-чуть, блядь, покомандовать, блядь, потому что... Отцепите, мне надо переехать. Отцепите, туда ты его, да? Да, чтобы я хоть его убрал. Понял, Жека? Да. Ребят, вы в сторону лучше. Да-да-да, нормально там. Так, ну что, попытка энная. Пробую сейчас дышлом туда, блядь, развернуть. Я ебу.
Ну, давай. Вроде что-то там типа растормозили, блядь. Энное количество раз его уже растормаживают, а оно все, блядь. Тут уже, блядь, зарылся, блядь. Так, ну что, пошла? Короче, хотим его, блядь, убрать, просто чтобы, блядь, он не из-за этого прицепа не может нихуя подъехать к грузовику, блядь, этому ебучему, блядь. Не, колеса начали крутиться, да? Я ебу, блядь. Я уже не знаю, с какой стороны бегать, блядь. Давай, Вань! Давай! Ну что, зацепили, лебедкой потянул. Нахуй, надо лучше отойти, бля. Роль ровно. Чуть-чуть на меня, Роль, чуть-чуть на меня. Давай, газуй. О! Рывками. Рывками, блядь. Ну, двигается. Потихоньку двигается. И сосна тоже двигается. О, пусть под, о, поднимает эту самую вторую ось. О, не надо ничего. Просто заведи и снимись от этого. Ручника, все, пиздец. Сука. У меня уже рука дрожит от этих киносъемок, мы уже 2 часа, блядь, бегаем. Фух, блядь, ну вроде пошел. Сейчас бы вот его чуть-чуть вот сюда бы на более-менее жесткую, блядь, херню вытянуть, а потом его уже куда-то будем, я не знаю, крутить. Блядь, ну Камазяка сила, блядь, он сегодня вообще красавчик. Блядь, слава богу, что вот такая хоть сосна рядом была. Блять, вообще рядом, ну, вот такие одни кусты стоят, ну, блядь, вообще ни о чем. Ну и что, как КамАЗ сегодня отрабатывает, блядь, на мазуте, ребята, на мазуте. Вы дым видите? И я нет. А он есть, как говорится, в фильме. Не, ну пошел. Вот это ж, блядь, ось, блядь, как, я не знаю, как его сказать. А, сейчас что-то там, блядь. Сейчас отключаюсь. Так, ну что, вот сейчас, блядь, вверх канатом будет, блядь, дергать. Канат сила. Давай, ёпт. Давай. Пошел! Оп! Он зарывается! КамАЗ тут зарылся. Его туда надо.
вверх нихуя не получится. Да, наверное. Подожди. Тут 100 команд. Поехали. Ветал, скажи, чтоб не газовал. Поехали. Ну что, с Богом. Не? Потянули ветал. Ну что, вроде потихоньку двигается, блядь. Ванёк, может ему подгазовывать? Не надо? Не надо? Да не, ну знаешь, так хотя бы гуп-гуп-гуп. Да нормально. Лучше чуть-чуть. Блять, нихуя. А ну подержи, пожалуйста. Сунда. А, как трос сзади наматывается. Мне кажется, что мы нас сюда же рулем подвергнуть. Нормально! И пошел, пошел! Бля, куда он едет? Хорошо, блядь, лебедка спасает положение. Все нормально, пока двигаемся. Сейчас его чуть вперед, а потом, наверное, назад туда будем. И пусть, блядь, уебывают, куда-то где-то разворачиваются. Извините за маты, но уже накипело. Я думаю, вам будет интересно посмотреть это все. Идет. Процесс пошел. Ну ладно, я пока паузу ставлю. У Вани уже все, блядь, эпилепсия пошла. Блядь, водил нахуй, там, блядь, хуями такими кроет, блядь. Блять, пошло. Чудовиська, блять. Я так понимаю, в телегу уже не проводится. Пацаны, блять, пиздец. Вот, сука, ебались. Оно взяло самой и поехало. Как оно, блять, не село, я хуй его знает. Блять. Ой. Сегодня нахуй нажремся, пацаны, блять. Ебать, гляньте, где оно, сука, сидело. Он, а теперь он, хай, это копает, блять. Если мозгов нету, блять. Гляньте, откуда я его, сука, вырвал. Лебедкой, блядь. Ебало завалить. И он, сука, груженный, пацаны, в нем 15 тонн. Фух, блядь. Лебедка сила. Ну, короче, фух, весело. Сейчас еще вот ту еблу нахуй цеплять. Вы поняли, тут
пацаны нормальные приезжали. Ну все, пацаны, давайте. Хай копает, блядь.